Трагическое происшествие в СНТ «Вперед» в Калининском муниципальном округе, по факту которого прокуратурой Калининского района организована проверка. Предварительно установлено, что 31 июля в вечернее время компания отдыхала на берегу пруда. Один из мужчин сел за руль автомобиля УАЗ «Патриот» и съехал в нем в пруд, где в тот момент находилась женщина, которая погибла на месте. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры района. Доследственную проверку по факту происшествия проводит и Калининский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет предупреждает, в Тверском регионе возросло число телефонных мошенничеств с использованием номеров правоохранительных органов Следственного комитета, полиции, ФСБ. Обращаем внимание граждан. Сотрудник Следственного комитета, ФСБ, МВД не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени силовых ведомств, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудником Следственного комитета, ФСБ или МВД, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Будьте бдительны, уважаемые земляки.